Хочу вам показать, какой у меня есть огуречник. О, как огурцов тут наросло. Вот. Начиная снизу. И мы считаем, тут их полно. Тут огурцов. А такой огурец можно оборвать, от него толку немало. Вот этот можно тоже. Вот эти два я оборву, от них толку тоже мало будет. Они не соспеют и не вырастут, они уже все. Хорошо, что то, что вот есть, но скоро это, конечно, оборвем, эти огурчики. Вот их на этом, вот еще у нас, который это в кадре я увидел, желтый. Вот этот вот надо оборвать. Вот, у нас огурчики. Раз. Вот раз, два, три. 4, 5, 6, 7 на этом вот, которые нужно уже обрывать. Тут тоже их много, этих огурчиков. Полно, которые нужно обрывать, чтобы росли новые огурчики. Что тут у нас камера видит? Что тут у нас видят глаза? Вот, все у нас огурчиков много. Вот еще обрываю пасынку, возле пасынки обрываю такую штуку, которая тянется, затягивается, и вот получается, что это помогает росту огурцам. Показать даже не на чем. Ну, в принципе, можно вот на этом показать, где тут у нас в кадре. Вот рука, вот эту штуку я обрываю тоже, она такая вот, которая такую типа штучку и обрываю, вот, стараюсь, чтобы ее не было. Она тоже забирает соки. Вот мы видим обилие огурцов в нашем огороде. Вот этот я тоже. Вот мы видим еще огурцы, которые наросли у нас. Это за 2 дня они такие стали. За 2 дня они наросли. Пора срывать огурчики. Ну и посадили мы новые, купили сорт Амур. Тут-то разные у нас, разные сорта. Вот это вот у нас сорт Амур. Купили мы 20 семян, из 20 10 только у нас прижились. Все остальные, ну, не вообще семечки не пошло. Такое бывает, много покупаешь, садишь, ну, хоть половина пускай из посаженного будет. Вот.